Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я бы хотел вместе с Владом объявить о ивенте, который будет проходить на нашем сервере. Влад. Всем привет! Да, и что же нужно сделать, чтобы попасть на этот ивент, Влад? Ребят, для того, чтобы попасть на наш ивент, вам обязательно потребуется программа под названием RaidCall. Для того, чтобы ее скачать, вам нужно зайти на официальный сайт, вы сейчас его можете увидеть на экране. Регистрируйте свой никнейм, скачивайте и устанавливайте. После чего вам высвечивается такое окно. В верхнем левом углу есть строка, в которой вы вводите ID нашей группы 5863525 и нажимаете Enter. Да, в общем-то, сделать это очень просто, это делается максимум минут за 5-7, после чего вы ждете субботы, это будет, если не ошибаюсь, 1 февраля. Вы заходите в нашу группу в RaidCall, ждете нас там, мы приходим. Мы с вами разговариваем, ну, там, пока ивент не начался, и в 4 часа по московскому времени, может быть, чуть позже, там, ну, приходите, главное, чтобы в 4 часа вы уже были там, вот. Мы начинаем ивент на нашем сервере, вначале у нас будет отбор, а потом, ну, я не буду спойлерить, вы сами все видите, да. Сразу же хочу сказать, что ивент могут принять, ну, в ивенте могут принять участие любые, но, чтобы пройти дальше, ну, вам потребуется сдать какие-то навыки в Майнкрафте. В общем, не все смогут победить, и вы сами это прекрасно понимаете. В общем-то, на этом все. Сайт сервера у нас будет, как всегда, лежать в описании. Заходите, регистрируйтесь, если кто еще не заходил. Вот, ну а с вами был Жека. И Влад. И всем удачи, и всем пока.